принципе, была оговорена дата, когда встречаемся с губернатором Татарского края, встретились. И после этого чисто технические процессы, которые происходили, они завершились ровно через день, через завтра. Вчера я подписал контракт. Я не хочу сказать, говорить, что у меня было много вариантов, но они были, но присутствие здесь Дмитрия Валерьевича повлияло на это. Моя мотивация – это мое имя и любовь к футболу. Я хочу играть. Я просто честно отбираюсь раунд сегодня первый раз, один с помощниками. У меня очень много чувств разных было и есть, и остаются. Я всегда, наверное, останусь по отношению Зениту, потому что я там провел очень много времени. Но, я не знаю, самые большие переживания, они, я думаю, уже позади. Поэтому сейчас я хочу, в принципе, абстрагироваться от этого и фокусироваться на Кубани.